Помню этот лучик до рождения и вообще до...
Какого-то предчувствия света всего лишь. Как мы здесь оказались? А я всегда любил море. Это странное синее безмолвие. Хотя нет, множество звуков моря, голосов. Плавники рыб, жемчужных каплях. Однажды я встретил старика, совсем прокопченного и так же отделенного от людей, как мы. Старика по имени Море. Изобретение Бога. Записал о нем. Гусок и строй. Для чего? Зачем? Мы пытаемся говорить с утра до вечера. Уже да. Наши предчувствия, наш компас. Компас, моряки говорят. Кто? Моряки. Пускай говорят. Нельзя им доверять. Морякам? Нет, не морякам, а нашим предчувствиям. Не доверять нельзя. Я запутался. Вот в чем моя драма. Тихая драма. Я ушел в безмолвие. Каждое утро я сажусь переписывать свой роман. И переписываю его. Переписываю каждого из вас. Как вы слышите, здесь оказались? Перерыва на обед и все такое. Предчувствие. Да будет свет! Да ничего не вижу. Я слеп. Я ничего не вижу. Где свет? Что? Шторм сними. Глаз. Прозрел? Да. Я ведь надеялся, что мы все умерли. Смерть это хорошо. А уж. Я всю жизнь стрелял. Жить трудно. Трудно. А в смерти есть успокоение, отдохновение. Может быть, это от слабости любить смерть? Сила в слабости, в ожидании. Да. Ну уж поскольку мы все каким-то образом оказались живы, то хотелось бы спросить. Или нет? Скорее хочется выпить. Двойной дайкири! А я все-таки спросить. Хэм. Зачем вы убили у меня жену? Жену? Вашу? Ничего не помню. А я помню. Я тогда сочинял пьесу. В ожидании годов. Вы, может, знаете эту пьесу? Я ничего не знаю. Не-не-не. Я пишу слова. Большой стиль называется. Mm-hmm. Меня ведь тоже пытались увезти жену. То есть я никогда не был женат. То есть был манифест. Давно, не помню, не важно. Я о женщинах писал мало. О, трудно. Нет. То ли ангелы, а не то ли стервы, непонятно. Я от того и отдалился от людей, все такое. Вот и все. Да, не помню. Какая? А вы уверены, что это была ваша? Чем? Мне не знать. Я тогда сочинял пьесу. Тогда оно мне казалось. Тогда. Странно. У меня было много женщин, я хорошо пожил. Но ни одна не созналась, что она жена бык. Да я. А? Да. Да, дела, конечно. И вот эти вот странные законы между людьми меня всегда заражали. Пугали. Чья жена, кому ушла? Знаете, все это до крайности скучно и тесно. Ну-ка, выше стропила. Плотники. Вот. Читаю. Преодоление немоты. Да. Это весело. Может, перевесили. Что это такое? Убил жену, писатель, которого я пытался читать в молодости. Раза два. Да.
Это символ мужественности. Не всегда совпадающий с настоящим. Странные существа женщины. Да. Да. Много врали. Ну и спасали, конечно. Ну, чтобы жена Бэкет не помнит. Я помню. Ну, не помню. Помню. А пьеса нашла легко. Может, она была... Легко и тихо, как перед грозой. И вдруг штормовой ветер все на смену. Нет лиц. Явление абсолютная пустота. И жизнь, и смерть. Может быть, может, да. Может проститутка, что ли? Девушка из бара, подавальщица. А ведь я любил ее. Да. Впрочем, я тогда любил свою пьесу. Да. Свое творение. Ай, ребята, давайте лучше выпьем. Да. Не может быть, что здесь нет выпить. Где? 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 Гигантская двуспальная кровать. Уж не для вашей ли жены, Бэй? Да? Что? Ну, извините. Ого! И здесь абсолютно девственная двуспальная. Ай-яй-яй-яй! Кошмальные простыни! А на подушках брюссельские кружева. Ну нет, определенно нужно жить. Да вы что, женщины, да ну, переменчивые существа. Ну как бы на этот раз обойтись без них? Хорошо бы, хорошо бы вы. Ну я убежден, после 3-4 рюмок перно все встанет на свои места. Да. С тех пор, как вы убили у меня жену, я стал вашим горячим почитателем. Я прочел все ваши книги, все ваши, с позволения сказать, сочинения. Я проглотил сотни статей о вашей драгоценной персоне. Все, чтобы понять, случайно и закономерно, что моя жена ушла к вам. Оставьте. Случайность или закономерность? Оставьте меня. Я в ожидании. Покоя, сказал я. Не знал я вашей жены, тем более не видел. Какая-то ошибка. Ну, я так и знал. Перно. Перно. Что ты скажешь? А стаканы? Стаканов нету. Нету стаканов. Стаканов! Стаканов! Стаканов странно нет. Я имел в виду, что женщина тоже не охотному. Из горла. Из горла! Не бывали в России. Не бывали. Женщин нет выхода, бывали, да. Судя по всему. Да, выход всегда есть, верно. Вопрос только в том, стрелять или нет. У меня было счастливое детство. Мой отец был врачом там у нас в Мичигане. Благодарю вас. И у меня можно было, можно сказать, было образцовое детство. Но мой отец покончил с собой. Слышишь? Представляете, каким это было для меня потрясением? Ну, правда, да. Зачем он это сделал, спросил. А я не знаю. Внешне-то никаких причин не было, и мне до сих пор остается только гадать. Я вас ненавижу, Хэм. Родной мой. Вы убили? Не надо! Не надо смотреть на меня, словно влюбленных. Вы далеко не он. Вы, я тогда далеко не он. Ты оставишь меня в покое? Оставишь ли меня со своей женой, мать? Господи. Все. Зачем я здесь, а? Все смешного. Ну зачем я здесь среди этих нелепых выяснений, а?
Я жил один, да? Так хорошо. Я и Бог. Нет, 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 не тире, а лишь упование. Ну, вдруг действительно это возможно, а? Я и Бог. А, текст, это наш святой. Ты знаешь, каждый день буквами я разговариваю с Богом. Это наивно и грандиозно. Ну зачем вы сейчас мучаете меня этими вашими нелепостями? Ну что это такое? Ваше здоровье. И ваше тоже. А, не бойся. Что-то я даже начинаю вспоминать. Да, сейчас еще немножко. Вспомнил. Но совсем не то. Ее звали Люси. Не надо, Юлич. Ее звали Марго. Марго? Скажи, пожалуйста. Марго. Марго. Так звали девчонку. Девчонку? Я ее катал по Индийским озерам. Мне было 15, ей 13. Уже тогда? Если до того, как она была вашей женой, я снимаю шляпу. Поэтому я снимаю. Господин Земляк. На-на-на. Осторожнее, мсье абсурды. Ну что? Жизнь это не ваши хреновые трюки. И учтите, я брал уроки бокса у профессионала. Не в нашем положении все такое, не в нашем положении. Давайте оставим это. Давайте это оставим до лучших времен. Давайте оставим. Наступят они. Времена. Оставьте! Ай, мама моя. Оставьте! Такое. Ваши спортивные штучки. Ух ты. Я был секретарем у Джойса. И мы поворовали ваш примитивный юмор и спорт. Ваша была даже несчастная Америка. Она с Джойсом. Почитают как классиков. И все университеты мира полны наших портретов. А вы, к сожалению, забыты, мистер Хэм. Хотите репризу? Она собьет вас с ног не хуже боксерского хука. Итак, вопрос. Что значит все эти ваши портреты на фоне развивающейся вселенной? Да. Или вот это ваше лицо на фоне неизъяснимой цифры 15 миллионов лет назад? Или миллиард? А, забыл, не ваше. Итак, что значит ваше лицо на фоне того, что от большого взрыва родилась наша, и, если угодно, ваша вселенная? Да. Что да? Это мысль достойная Джеймса Джойса. То-то. Я снимаю шляпу. Давно бы так, а то какие-то жены, какие-то счеты. Я, признаться, так отвык от этого. Я, честно говоря, очень этого боюсь. Давайте так сразу договоримся. Только энергия букв. Слышите? Энергия букв и слов. А вы, коллега, фетишист. Ну... Не надо абсолютизировать. Куда острее сталь клинка, вот. Грудь женщины, женщина. Глоток спирта. А то время вы были моим кумиром. Да. Я зачитывался вашими короткими новеллами. Приятно. Я оценил ваш стиль. А вы... Да ладно. Одной женой больше, одной меньше. Какая разница? Знаете их, сколько у меня было? 4. Хотя нет, пожалуй, 5. Но, впрочем, какое это имеет значение в нашем, так сказать, положении? Да, действительно. Виски! Нет, поистине райское место. Но мелькнуло, глоток бы виски. И сразу виски. Да, и сразу виски.
Да, вы были кумиром. Я не могу простить. Жена, женщина, некому было прислониться. У них всегда так. А я тогда сочинял пьесу. Я заканчивал ее. Я был под кайфом мгновения любви в это время. Жену. Извините, Женька. Ты же мелкий мой лишка. Настоящий напиток для мужчин. Ну и для женщин. Назад. Две-три... Встретились на моем пути. Не беспокойтесь, не ваша жена. Кузенька. Старинак. Да. Я вспоминаю. Да. Слушайте. А ведь я тоже... Тоже, да. Пил? Нет. Соприкасался, так сказать, с миром женщин. Соприкасался. Соприкасался. Знаете, тогда я не очень любил слова, относительно небрежно. Да. Знаете, я любил девушку. Да, взял. И просто писал ей свои чувства, да. Я был искренен, честное слово, тогда я был высок, я ее идеализировал. Сколько раз? Я ее идеализировал вообще. Потом я покинул мир людей, если угодно идеи, совсем забыл о той... девушки о том, что увлечение, а недавно, да. Недавно она выставила мои любовные письма на аукцион. Вот сука. Моя жена никогда не была сукой. Способна на такие вещи. Я простил ее, но не вас. Ну и да. Сейчас. Письма кто-нибудь купил? Да, купил. Кто? Я. Через своих адвокатов. А-а-а, господин затворник! А это уже поступок не мальчика, но мужа. Рядовой! Сыроченье, сэр, сержант. Сержант. Вино, ваш превосходительство. Благодарю за службу. Ой! Держите награду. Служу всемирной культуре. А? Вас, вроде бы, ему должно быть до пени. Что там в миру? А мне? Все-таки связывает вас с жизнью. Это пуповина, которая, кстати, и называется жизнь. А живем ли мы? Вот в чем вопрос. Где мы сейчас? До смерти, после жизни. Ожидание. Вы только бы вам все ожидали. Придерживаться. А по-крупному из ружья в рот. Как мой отец, это как? И где он, спрашиваю я вас? В каких кругах, в каких империях? Чего он это сделал? Сила это или слабость? Нет мне ответа. А вы с вашим вечным выжиданием... Да это трусы! Боять жизни! Ничего иного. Жена ваша правильно сделала, что ушла, но не ко мне. Это точно. Я бы запомнил. Запомнил? Да уж. Ты тогда не помнил ничего! Чего это? Ты упивался своим успехом! Еще бы успех у женщин, у друзей, у публики. Да, ты не искал рисковых приключений. Ты смотрел смерти в лицо. Но лишь с одной единственной целью. Но. Забыть о ней, о смерти.
Ты ж ее боялся. И оттого и был героем. А ведь по своей сути, Харь, ты ж трус. Ну ж. Вот и весь твой чужак. Ну, старина, ну простите. Ну, старина, я умоляю вас, не надо. Не доводите дело до водовой. Это серьезное обвинение. Это покруче соблазненной жены. Я буду драться с тобой, ты слышишь? Я буду драться, потому что мне больно. Боль! Я всю жизнь писал о боли! Чего? Я никогда не был спокоен! Я всегда жил, как будто это последний день моей жизни! Да. Я буду жить всегда, вечно! Я никогда не умру! Я... Хорошо. Все хорошо. А где я? А хрен тебя знает. Нервы. Это нервы. Нервы, да. Нервы. Это нервные. Нервные. Врезал бы я к тебе. Я. А вот только зачем? Да, вот именно. Вот именно. Это вечное зачем. Да. Зачем? Всегда оно возникает. Вот, вот. После ага. того, как... Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Это вот когда деяние опережает разум. Чего? Я говорю, когда деяние вот это вот, вот это вот. Сейчас опереди. Не надо. Опережает разум. Вот я и решил отделаться от этого всего. Вот я и решил, знаете, завяз в своем писательском особняке. Прохладно одевайтесь. На годы. Буквы, слова, фразы. Вот деяние. Да, и не деяние тоже. Почему так вспомнилось? Слышите? Вышел я как-то однажды на кухню. Остановился в тоске необъяснимой. Включил настольную лампу, свет брызнул. А под его стопами тараканы. Он и она бросились в разные стороны. А я подумал, всюду жизнь. А, вот! Вот я всюду искал ее за эту жизнь. В снегах Килиманджаро, на войне, на Кариде, в море. А он думал, вот, вот, вот цеплю ее нервы. Своим нервом! Страшно. Пугались. Чем? Верните мне мою жену. Я вам подарю свою пьесу. Да иди ты, ей-богу, сказал себе, не херсей. Что он говорит? Он вас не понимает. Не знал я ее. Вообще, слушай, ты где там? Я здесь. А может, у тебя такой новый сюжет, и ты его решил на мне пробовать? А? Что да? А я ценю вас. А? Как литературное явление. Я оценил ваш слог. Но я не позволю играть своей жизнью. Единственный, где повторивай! Ой, он не позволит. Мистер Абсурдист, что значит двойной стандарт, да? Если любой абсурд, любое дерьмо, кушайте, дорогие зрители, а в жизни не, дескать, никакой... Пускайте! Чего? Господа! Не было о чем вашей драки сядете! Конфликт на столе! Хватит! Ну, уймись уже. Вообще, пора уже понять, где мы. Кто нас сюда собрал? Зачем? Почему? Это кто там что хочет? Поссорить нас здесь всех, что соединить, сказать что-то главное, сказать что-то такое, о чем мы не успеем подумать при жизни. Вот в чем вопрос, а мы... Олеевы! Устал я, ребята, как-то от вас. Давайте, может, тут без меня. Там шикарная кровать, определенно на мой счет. Если не возражаете, я пошел... Спать. Не возражаю.
конечная. Бесплодная сумма вопросов. А я... Пустыня так... ожидания. Как ты однажды взял и все понял про мир людей и просто ушел. Я не способен на сверхзадачу. Я идеалист. А ведь он был даже не слышал. Вот знает. Я совсем отвык от людей. С этой вашей женой. Дело-то ведь там, не тем более женщина. Существо. Доложу я вам высшей степени непонятно. Нет, я не о том. Существо, конечно, таинственное, манящее, но вот непонятное. Но вот положа руку на сердце. Вы уверены, что ее увел Хемингуэй? И вообще была ли она ваша? Вот после стольких-то лет спустя можете ли вы утверждать, что это не ваш сон? Подождите. Я... Пожидать. Что? Куда вы? Фотография. Фотография. Я... Женщина. Это моя Лиз. Да. Это Марго. Ее зовут Марго, никак иначе. Она выставила мои любовные письма на аукцион. Хорошенькая дева. Откуда у вас фотография моей Лиз? Ну-ка! Сказали быстро и покончим с этим. Какие-то контакты перепутались. Ничего не перепутали. У вас в голове или у меня? Нет. Это она постоянно преследовала меня и постепенно втянула в какие-то отношения. Я был молод, весь мир лежал у моих ног. Я попробовал, я пытался постигнуть женщину. Я проиграл, я ушел, я... Рушится весь мой налаженный быт без тусовок, суеты. Женщина, одни слова, смыслы, вы понимаете, смыслы. Быть может, лет через 100, нет, через 200 эти смыслы понадобятся людям. Я имею в виду человечество, понимаете? Слушайте, если как вы утверждаете на фотографии ваша жена? Да. То значит этот, что сексуальный муляж Хэм. Увел и вашу жену. Значит, этот сексуальный маньяк увел две жены! Тихо! Подождите! Бринка, мы это подождите! Да. На фотографии жена моя, то есть не жена, а так возлюбленная. Но никто ее не уводил, сама ушла! Сама! Сука такая! Самец Хэм увел ее у меня! Заставить меня сильно напрячься, боже мой, дорогая вакуумца. Ведь я жил медитативно, очень. Я напрягся у тех, что он изменял все. Славу женщин, острое ощущение, банковские счета, зеленичные группы, шерстные помиру, вкусные обеды, эцетера, что означает и так далее. Стоп! Дайте-ка еще раз взглянуть на фото. Ну, дайте. Моей жены. Она рыжеволосая кобылица. Подождите, нет, нежная, как чувствительное ветро пошло прахом. Отдайте фото моей земли. Лиз, девочки мои ненаглядные. Ну почему ты оказалась так неправа? Ах, мгновение страсти иссякли. Слушай, ты предала меня, слышишь? Но это... Божественный прекрасный. Заметь, ведь Бог почему-то соединил нас. Видишь, значит, он пытался разрушить. Не вышла. Не произошло ничего. Смог. Мы не смогли. Ладно, все.
Все. Еще я про... Еще одну минутку. Я прощаю тебя и не сержусь. Будь ты. Благословенно. Я прощаю. Дайте фото. А, забирайте. А теперь у меня тоже. Это как осколки наших дней. А наши дни, их нет уже нигде. И женщина скопления атомов ушла. А все еще свербит и отпускает. Просто вы знаете все, что давно ушло, как-то нахлынуло на меня. Я совсем отвык от сильных чувств, от таких вот мощных эмоций. Ведь я старый в сущности человек. У меня свои причуды, привычки. Вы знаете, я... Люблю ложиться в постель с грелкой. На, в розовой шелковой китайской сорочке, ночном колпачке. Я устал. Я все время хочу спать. О, смотрите, что делается. Буквы покинули меня. О, какой-то звон в голове. Оставьте меня. Все. Я хочу обратно. Где мы? Опять я один. Как всегда. Как всегда выжидаю. Один я. И совсем я гол. Так было до того, как появился я на свет, и будет так всегда, и лишь посмертный холм одежду даст мне и покой. О нет! А я слегка вздремнул, снов не видал. Папа! Как меня ангела! Ну что у вас? Все он спит, но ну, слышите? Смотри, бросьте вы всю эту волынку с женами его. Знаете, выпейте. Это очень хорошо прочищает мозги. Подвернитесь. Давай, Бог. Ух ты, милый, готовят. Ой, я как это. Я не могу преодолеть неприязнь к вам. Нет, я пытаюсь. Да. Я не могу. Ваше здоровье. Развязал. Да, я последние годы как-то исписался. Вещи мои скудны, скучны.
Самоповтор. У нас у всех так. Да. Вершина одна. Да. Бесконечное множество дублей. Дублей? Я устал от литературы. Ну, что ты снимаешь? От искусства вообще. Угу. Гордыня искусства. Будто на пуп земли. Да. Нет. Не пуп. Ха, даже не полпупка. Да. Правильно сказали, мистер. А это еще что? Носик моей Люси. Откуда? Отвергнут. Да нет, это ее с балмошным сдернутый носик. Длину с индейским томагавком. Старина, откуда ты здесь? А? Тьфу. Да. Че, откуда мысли? А может быть, все это игра воображения? Плен? Все! Игра воображения! Нас нет! Нас нет! А кто? В какой садом? И мы не те, кто нас! Не те! Какие? Хорош, все! А? В ожидании годов! Трижды-дань, да. Отны. Трижды-дань, да. Это ты, старик, неплохо придумал. Надо просто подождать. Если мы умерли, все равно куда-то попадем. А если живы, тем более приятно. Вот! Мы еще живем. Ага. Дышим ртом. О. Воздухом! Ртом или вот? Ну, мы экспериментируем. Да. Да, я рано проснулся. Ладно. Вот. Вот. Ваша дочь. Будь здоров. Глоток посмертного спирта.
Слава Богу, это сон. Да-да, это сон, Никит. Значит, мироздание. Марго! Здравствуй! Да-да. Как будто сон, как будто сновидение. Как молния среди кромешной тьмы. Марго, Боже мой! И все ушло. Все отлетело. Все сюжеты дописаны. Все песни допеты. Все женщины долюблены, а мир все равно не познаваем. Как и 100 000 лет назад. Как прежде. И только через женщину мы пытаемся понять. Марго! Все исчезло. Но только не ты. И я тебя сейчас спрошу. Самое главное, что я говорю, просто спроси. Почему ты тогда, 100 000 000 лет назад, ушла к Хемингуэю? Ну не молчи! Ну дай ответ! Я пойму, слышишь, пойму. Ну. Качни сережки. Тряхни локом. Ну что, во мне не было такого, что было у Хемингуэя? Слава, денег, обожание тебя, да-да! Я сделал ставку на этого 3-го года. Я сделал на него ставку и проиграл. Ну не молчи, ну дай ответ. Слышь, я пойму. Марго, я пойму. Все понятно. Все понятно. Я никогда не напивался. Напился опять, что ли? Но, говорят, теперь это не модно. Богема владела наркотой. Но я, Марго, я не богема. Я, ты, я. Письма на аукцион, значит, я даже обрадовался, значит, жива. Все, тебе конец, ничего не вижу. Я спешу тебе сказать, что любил только тебя, слышишь, только тебя, тебя, тебя и буквы. Ты ушла, поскольку слишком тяжела, земная женщина, боже мой, ты требовала столько энергии, столько бесконечный труд. Я знаю, ты скажешь, что... Текст тоже требует, но понимаешь, такая история, я обмениваюсь энергией со своим романом, понимаешь, я начинаю сак, вкладываю в текст, а потом постепенно и он отдает мне клеветы своей любви, а женщину у меня не получилось. Сейчас, после всего пережитого, могу сказать честно, не вышла, не произошло, может быть, когда-нибудь потом, в следующей жизни, кто его знает, все может быть, смотри, смотри, вон твое фото, видишь, оно исчезло, смотри, пришла. Боже мой, слова покинули меня, как и слава, и только ты, как закатные лучи, только ты. Ваша здравия, а я, впрочем, всегда говорю, была бы кровать, а женщину найдешь. Эй, старина, а ты отключился, да? Ну, больный сделал. Я тоже, наверное, скоро отключусь, правда, не знаю,
крепко вяжут жизнь. Вообще главное это не терять присутствие духа. Ну здравствуй, Люси. Здравствуй, дорогая. Понимаю, скажешь, я как всегда пьян. Я должен признаться, не так уж много и выпил. Эти ребята вообще сдрейфили. Ну, знаешь, что здесь с нами произошло? Туман. Ну и вышел для ясности. Тебе скажу. Спокойной ночи, дорогой. Скажи, пожалуйста. Я освоился в этом пространстве. Но уж в нем все есть. И даже ты, моя подружка Люси. Слушай, скажи мне такую вещь, а почему у меня по воскресеньям никогда ничего не получалось? Ну, нет, я имею в виду писание романа. Да. Ну вот, не склеивалось. Хоть ты тресни. Может быть, это Господь Бог хочет, чтобы я соблюдал заповеди и так тонко мне об этом намекает, и ты должна знать. А? Ну ладно. На твое здоровье, Люси. Это прекрасно, что ты явилась, иначе я бы тут сдох от тоски. А, друзья! Нет, эти ребята прекрасные парни, мастера великолепные. Слов нет, но портретами этого Беккета оклеены сортиры всех университетов. Прошу просить. А это вообще национальный герой. Селлинджер, он же каждый день переписывает свой роман над пропастью Варши. И в результате это или абсолютно идеальный текст, или полное дерьмо. Скорее второе, правильно. Да. Но понимаешь, вот их вещи сделаны с блеском, скроены крепко, но не имеют никакого отношения к реальной жизни. Впрочем, что имеет отношение к реальной жизни? Вот ты реально. Я тебя хочу. С нежностью и силой. А? И ты не мираешь. Понимаю. Тут вам не окна, господа. Блаженство замысла и незаконности.
блаженство, вот эту переборчатость, шероховатость, явление нам этого загадочного и странного мира. Но все теперь по-другому. Понимаете, мы? Все, абсолютно так. Я почти не чувствую слов. Эти звуки, как игра, бисер. Это все объяснилось. Я прожил свою жизнь зря. Вот так. Не придет. Лигнита. Лишь выходи, мало времени осталось. Не придет. Господи, боже мой, неужели полная безнадега? А вы знаете, я тоже так думал однажды. Я жил в Париже. И вот как-то вечером возвращался домой. И на меня набросился марокканец. Сумасшедший. Обычно скромный. Днем он продавал апельсины на бульваре Распай. Апельсины из Марокко? Что? Я говорю, апельсины были из Марокко. Что такое? Неважно. И вот как-то вечером я возвращался со счастливого свидания и любил весь этот мир. И на меня набросился этот сумасшедший марокканец с ножом. Я даже сначала не понял ничего. А потом вдруг почувствовал удар ножом в спину. А я в это время за секунду до этого сочинял стихи, ну, впрочем, так. Набарбатывал нечто. Нечто. Вот. И вдруг удар. Да. Я говорю, я даже ничего не понял. А потом, коротко, это что так? И ощущение дикого полета куда-то. Я прошу прощения, рамка, она оказалась серьезной? Весьма. И вот, полная безнадега, как вы говорите? Безнадега, да. Полная безнадежность охватила меня. Ведь я в сущности еще ничего не сделал. Да. И знаете, что меня вывело, так сказать, из абстракции? Не знаю. Любовь. Сначала я ощущал себя незаслуженно обиженным, а потом я понял, что все вот это было испытанием для взращивания и умножения любви. А я сдался. Да. Я ушел в раковину. Слушайте, может быть, это карма и все такое. А? Я всяких сомнений. Немножечко наших усилий. Не знаю. Все лопнуло. Она поманила меня. Во второй раз она была здесь. Была, да. Я целовал ее платье, обонял запах ее волос, аромат ее духов. Все пробудилось, знаете, так стремительно. То, что томилось там под спудом. Кто? Ну, Лиз была, я вам говорю. Я целовал. Марго! Здесь была Марго! Вы думаете, Марго, что ли? Не понимаю! Марго! Я забыл! Лиз! Я забыл! Я Марго! Вы так вообразили! Тихо! Что случилось? Какая кошка мне с вами пробежала? Марго! Что? Лиз пробежал. Вы что, свихнулись? Ой. На бабах? А? Плюньте, друзья! А? Да плюньте! Это будет лучше для всех, для баб в первую очередь. Надо чаще встречаться. Давайте по глотку пива. А? Есть повод. Да, мне кажется, есть. А именно. Сегодня 21 июля. Ну и что? Ну, у меня день рождения. Серьезно? Да, так случается. Поздравляю. День рождения был у меня в Валенсии. Мы туда приехали с моей первой женой Хедли за несколько дней до Карины, ну, чтобы купить билет получше. И вот там я начал писать свой первый роман. Расходится.
Пьеса, да. И вот я помню, так трудно было написать первый абзац. Да. Второй, третий, потом там. Нет, я тогда еще... Нет. Потом все пошло как по маслу. И вот я подумал, а может быть, мне начать писать роман сегодня? Хотя я не уверен, что он будет когда-нибудь опубликован. Ну, что-то надо делать в нашем положении. А вот еще одна радикальная мысль пришла мне в голову. Да. Давайте-ка мы с вами все умрем. Весельчак. Я предлагаю начать писать вместе. Мы когда-то назывались писатели, не так. И вот был бы самый обаятельный день рождения. Не знаю. Все так неопределенно у нас сейчас. Наши идеалы распались. Наши женщины, они... Что? Вы что, вы сказали, какой-то женщины? Что? Кто? Власти? Кто? Марго! Друзья мои. Запутались. Друзья мои. Понял меня! А как это? Первая фраза готова. Нет ли у вас хотя бы карандаша? Пожалуйста, вот вам моя любимая ручка, мой любимый золотой Паркер. Можете писать. Знаете, считайте, что это мой вам подарок. Спасибо, дорогой. Я перестал писать слова. А на чем зачем писать? Это что? Или на этикетке? Не надо, ну зачем на этикетке? Сейчас я вам покажу фокус. Один, два, три, пожалуйста, сейчас. Писать прямо на полях. О, Чехов, да, Чехов. Чехов, он, не самый плохой писатель. Ну, так тебе, да. Между прочим. Знаете, я держу его так, в кармане. Да? Да. Для вдохновения. Для вдохновения. О чем думаете писать? Да вы знаете, я сам не знаю, что случится в следующую минуту. Да? Персонажи начинают жить своей особой жизнью, и я тут вроде ни при чем. Напишите о тьме, и о свете. О тьме. Откуда этот сумрачный свет, что поглотил нас? Как мы оказались в полной темноте, да, слепящей? Да. И кто нас пытается вывести к свету? Ее помните ту темноту, да, в начале, когда мы впервые услышали друг друга? Первые мгновения темноты. От голоса шло свечение. Так тьма светилась, когда звучал голос. Так я впервые увидел вас. Да. Все? Я хотел бы написать о темноте. Но не совсем так. А вернее, совсем не так. Как-то на охоте в Италии отлетевший пыш попал мне в глаз, у меня началось заражение крови, мое положение посчитали безнадежным. Мне кололи бедра пенициллин. Да. Когда я не знал, чем все это кончится. И вот та слепящая тьма. Вымотала меня посильнее и нынешней. Да, я был на грани отчаяния уже. Собирался покончить дело так, как это учинил мой отец. Да, но то, что происходит с нами, гораздо страшнее и увлекательнее. Требуется колоссальное мужество, чтобы справиться с этим мужеством, которого у нас нет. Вы видели ее? А, вашу жену нет никогда. На грани отчаяния. Что поглотил нас, да, как мы оказались в полной темноте, слепящей. Тогда до света забыть всего и представить. Низ! 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 Жером! А? Я знаю, кого вы ищете. Да? Довольно часто встречал я. Повсюду, на всех континентах, знаете. Памплоне, Испания, водопада Марчисон-Фоллс, северо-западная Уганда.
На улице Нотр-Дам-де-Шам-Париж, в старинном кафе Матадора, Форнос, Мадрид. Я встречал ее не то чтобы встретил, но с достоинством. Ее имя? Судьба. Вот что определяет наши дни и руководит нами. А наша собственная воля или отсутствие таковой – это мыльные пузыри, мираж, согревающий наши кости. А у меня остался нож, который меня воткнул. Нож, нож, вот нож! Судьба, если за тебя возьмется, берегись. Это случилось во время африканского сафари. Возле потрясающе красивого водопада Марчисон Фоллс у нашего двухмоторного спортивного самолета отказал двигатель. Мы рухнули вниз. Сотрясением мозга, переломы костей, слава богу, живы. Меня и мою тогдашнюю жену Мэри отправляют в Бутнабу, запрашиваем Найроби. И на самолете все равно взлетает. Но судьба присматривает за нами в оба, и, судя по всему, мы ей очень не нравимся. Самолет при взлете загорается. Твою мать, думаю, да что же это, что со мной делает? Взрыв, падение, огонь, прежним ранам добавляются новые плюс ожоги. Как вы думаете, я не робкого десятка, господа, но здесь я сдрейфил, запаниковал. Если против тебя враг, даже целая армия, все же ясно. А если против тебя твоя судьба, это страшно. Итак, новые ранения. Распространяется весть о моей гибели. Сотни газет печатают некрологи. Но! Зачем-то я еще нужен судьбе. Зачем-то этот старый грешник еще надобен Господу Богу. Зачем же? Ну, хотя бы за тем, чтобы в октябре того же года получить Нобелевскую премию по литературе. А я тоже помню. Да. Но чита, чита, когда я думаю о мироздании. Да. И о том, что все мы когда-нибудь умрем. Вот что... По-настоящему страшно. Но мы отметаем этот ужас. Мы сквозим его. Низ! 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 Ну, а вы что не зовете свою Марго? Марго! Что Марго? Марго! Ребята, не забывайте. Ее зовут Судьба. Давайте не будем ссориться, мы уже столько вместе пережили. Самаев. А? Жиров, вас теперь надо звать Самаевым. Скажите, а при чем тут ваша Марго? Кто она такая? Почему вы думаете, что это... Именно я. Нет, нет отношения к женщинам особых. Настоящие женщины нет с такими, ну, такие, с какими можно было бы. Погоня, воды, их и не может быть. Вот поэтому мы каждый раз и лепим из глины, как она. Пил-то как раз, прошу прощения, создатель. У него одна трудимся-то мы. Или соприкасается. Да ладно. Вы что? Попались моей жене на глаза, да? Вы достал. Устал я с тобой бороться. Бэк, ладно. Твоя жена шла ко мне. Я ее принял. Не беспокойся. Вот, если она тебе действительно дорога,
то скажу по секрету. Она здесь, неподалеку. Эти волны предчувствия! Я чувствовал эти молнии! Да, все. Да. Но будь осторожен, у нее есть другое имя, судьба. Иди, сынок, иди, Сеня. И будь счастлив, поменьше. Почему он не предчувствует? Разумеется. Я чувствую. Тоже. Я чувствую. Я не совсем понял, я это... Что? Про... Про свет. Я про свет не понял. Какой свет? Не послышал, что вы сказали что-то... Или он... Вот это вот его особое вот это вот бормотание про свет, он что-то... Что он имел в виду вообще? Вот сейчас вот он... Что он имел в виду? Что мы вообще имеем в виду? Жиров, когда пишет. Вот мне мои ранние рассказы казались уродцы. Да? Я нащупал верные слова, но... А нашлись доброход, я, в принципе, очень благодарен. Которое мое несовершенное письмо назвали совершенством. Стиль мистера Хемингуэя. Знаете, про меня ведь тоже много сплетничает, особенно когда я избрал путь отшельника. Сказал, что я выпендриваюсь, но я-то ведь шел по внутреннему ощущению. А главное не перемудрить. Всегда найдется кучка яйцеголовок. Да, я это найду. Мудрецов, которые все истолкуют, интеллектуалы. Да. Все переведут, все объяснят. А мир-то не переводи. Да. Надо просто жить. По мере возможности работать и наслаждаться. Да, да, я с вами совершенно согласен. Что ты будешь все время вот эти свои... Не надо, умоляю, не надо, не надо, я не пью. Что не надо? Я не пью, я не пью. Я еще не предложил. Я уже все. Я просто хотел, чтобы вы свои метания, причитания прекратили. Нормально. А почему, кстати, не вы? Сталина, прошу. А? Ну, потому что я не пью. Я не пью. Что, совсем? Нет, я пью, конечно. Это не важно, это не важно. Понимаете, что какая история, Стринахем? Я создал совершенно законченную систему поведения. Понимаете, ритмы дня и ночи, они никогда не подводили меня. Понимаете, я был искренним, я был высок. Каждый день я... Присаживайтесь, пожалуйста. Я совершенствовал свой роман. Каждый день я улучшал и совершенствовал самого себя. Понимаете, ведь нет... предела совершенству, правильно? Вы думаете, что это возможно сейчас? Ну а почему нет? Давай надеремся, и все станет на свои места. Ну, ладно, разве что... Я уже в кондиции... Предлагаете? Перно. Это перно? Ну, давайте вернемся немного. Не только парочку глоточков. Ну, конечно. Ну, давай, давай. Недолго, да. Ваше здоровье. Дай Бог ему счастья. А как это там у тебя идет? А знаете, как это так выпускается? Слушайте, Саринах, я мог, что делать сюда? Еще? Нет, еще парочку веточек сделал для закуски. Давай, заливай. Саринах! Не надо. Ну вот теперь... Ух ты! Когда мы так с вами не скажем, и что-то с этим сейчас не мешает, скажите мне, да. Только мне и ему, да.
А что, вы действительно видели, что это было его? Его кобылу. Хрен его знает. Это уже он так терзается, что я подумал, а вдруг это было на самом деле, а что? Могло это быть? Смотри, вполне, хотя и мало это вероятно. Что, вопрос какой-нибудь веры или чего? А, вот говорят, пар, там не принимал участие, рано или поздно соглашаешься, да пошли вы все. Соглашаешься ли? Вот соглашаешься ли? Вот я считаю, что сначала надо подумать. Тихо. А потом уже еще раз. Почему Чепман это сделал? А почему? Он до такой степени любил Леннона, что во всем старался подражать. Но постепенно Лен стал меняться. И тогда Чепман посчитал Леннона продавшимся, его кумир казался не приводу. Застрелил. А Джером, ясно напрашивается параллель. Вы ведь тоже с вашим грошовым идеализмом не приняли эту грубую реальную жизнь. Ау, где идеальные женщины удалились, а? А их нет. Нет. Да. Вопросы. Вопросы. Надо уметь уклоняться, копить энергию и не отвечать. Ответов все равно нет. Все. Все это, что мы называем, зыбко. Нет определенности, система зеркал. Вы что там?
Что-то опять накропали, что ли? Что в определенности? Сам твой любитель вопросов, между прочим. Что вы мне напоминаете моего старого приятеля Джона Фицджеральда? Да. Славный малый, вьющиеся волосы, добрые глаза и широкий ирландский рот. Рот красавец, будь он женский. Между прочим, он же... Да, он тоже из Ирландии. Это что? Это что такое? Национальный... Вкус? Задавать вопрос о жен. Причем вымышленных или реальных, неважно. Или это такой вид спорта, задавать вопрос. И в чем здесь мое ирландство? Ну, ирландцы твои. Жены будут на всех континентах. Да, конечно. И оставьте в покое мою бедную ирландскую родину. Так я на власти. Бля! Это ее запах. Я не смогу его спутать ни с каким другим. Так, запах, запах, запах. Усиливается. Это бутылка. Стоп. Да, сюда. Сюда, запах. Сюда, сюда. Так, запах. Ага. Опять усиливается. Ага. Ага. Вы пахнете моей лисой. Что такое? Он действительно сошел с ума. Что такое? В чем дело? Сыром? А? К ноге? Ко мне? Сыром? Сиди. Я кое-что скажу. Да нет ее. Нет, я трижды там был. Что делать? А я говорю, она там. Иди. Постой! Нет, подождите, подождите. Я же подумал, что нельзя. Нельзя же трижды войти в одну и ту же реку. Ну, дважды еще куда ни шло. Но трижды разве что во сне. Бредишь себе. Я говорю, не понимаю, о каких реках вы толкуете, но вот-вот станет поздно. Вся эта катавасия, в которой мы оказались, лопнет, взрыв, вспышка, и нас нет, дружище. Ну, поторопитесь. Ну, давай. Да нахрен жить не да. будет. Не действуйте! Будет. Ну, не будет же ничего. Но она там. Прежнего ничего. Ну, вот уже ничего не будет. Ну, тогда зачем? Как знаете. Я посижу. А потом погода испортилась. Она переменилась в один день. И осень кончилась. Из-за дождя нам приходилось закрывать наглухо окна на ночь. Холодный ветер срывал листья с деревьев на площади Контрескар. Листья лежали, размоченные дождем. А виски уже не обжигало. Теперь, когда мы добавили еще... Я вот тут подумал, Стейнахем, хорошо бы, если бы некоторые вещи и явления вообще никогда не повторялись. Ну, хорошо бы, если бы можно поставить в застекленную витрину и не трогать больше никогда руками, а? Хорошо бы, знаю, понимаю, что это невозможно, но это-то плохо, понимаете? Накопило вдохновение, а? На него или на меня? На вас. Да, похоже. Вдруг стал ясным весь сюжет. Каждый закоулок. Это очень интересно. Слушайте, коллега, давайте вместе, сочинять. Вы представляете, мы помогли написать нечто грандиозное. Вы представляете великое обалдение публики, когда они увидят на обложке имена Хемингуэй, Бекет. При участии Селлинджера, при поддержке мистера Чехова. А? Вы согласны со мной, Джером? Ну встаньте уже. Что это? Что ничего не понимаю. Лис. Подожди, я ничего не вижу. Прости меня. Что случилось? С полки. Что такое? Что это? Какое-то движение света. Какая труба. Полный воздух. Что это? Проносит какой-то жёлоб. Тоннель. Я эти шпорки! Смерть! Лис! Судьба!
Мани. Сами. Кто я? Зачем встретила меня? Уж нет. Не лето. Любила. Пыталась следовать за ними, преданно служить. И предала. Но вы не исчезли, куда-то их нет. И я одна. Своей женской телесной сущности. Получается, не так уж и здорово. Но и с ними слишком хлопотно. Они все такие требовательные, гениальные. И то им не так, и это. А еще упрекают нас капризности. Да все ровно наоборот. Впрочем, я, наверное, совсем скоро не встречаю. Без их нервической самонадеянности, без их ежедневных разговоров на кухне за чашкой чая. Обо всем на свете. Как прожить день? С кем видеть? В чем смысл жизни? Я вот никогда не задавалась подобными вопросами. Времени не было. В чем, да в чем? Да в самой жизни, наверное. Вот она, одна. А вот нас уже нет. Здесь, на земле. И мы звучим по-другому. Сквозим иначе где-то там, под облаками. Или в созвездии Ориона, я не знаю. Это все так далеко и неопределенно. И все же я спокойна. Потому что обо всем этом я знала с самого рождения. Просто никому не рассказывала. Мужчинам тем более. Пусть они считают, что они ум, честь, совесть. Пусть думают, что осуществляют духовное развитие нации. Я-то знаю, как обстоят дела на самом деле. Я обычная женщина, предназначенная именно этим мужчиной. Так хотел Создатель. А что стоит? Только любовь. Ведь Бог есть любовь. И ею движутся все звезды и светила. Thank you.